Ну, в этом году мы решили подойти достаточно креативно к созданию стенда. Мы решили не просто представить свои продукты, флагманскими из которых является наша система обнаружения и предотвращения компьютерных атак «Форпост», но и решили провести некое мини-исследование рынка во время проведения этого форума. На нашем стенде вы можете увидеть там уникальное маркетинговое исследование по оценке представителями различных индустрий, угроз и их степени важности для каждой из индустрий. Уникальность компании РНТ в том, что мы предлагаем решения в области безопасности в самых различных сферах. Это и сфера сетевой безопасности, и сфера физической безопасности. Поэтому мы отмечаем интерес из практически всех областей, из всех секторов экономики, как государственных, так квазигосударственных, так и частных. Ну, этот интерес как раз отражает то самое маркетинговое исследование, которое мы проводим у себя на стенде, которое показывает интерес из всех сфер к нашим продуктам и вообще к сфере безопасности в целом. Компания РНТ предлагает широкий спектр различных средств безопасности, как физической, так и в компьютерных областях. Мы отмечаем интерес ко всем из них. Мы представили на рынке два своих флагманских продукта. Это система обнаружения компьютерных атак «Форпост», которому проявляется очень большой интерес. Во многом благодаря тому, что он уже используется в силовых ведомствах Российской Федерации. В частности, он может быть использован для построения государственных сегментов или ведомственных сегментов СОПКИ. И очень большой интерес к нашей системе подавления беспилотных летательных аппаратов. Тоже отмечаем как часть построения комплекса систем безопасности объектов. В этом году несколько трендов мы отмечаем. Один из трендов, он вызван, наверное, работой регуляторов, это построение ведомственных корпоративных сегментов СОПКО. Как я говорил уже, наш продукт «Форпост» отлично вписывается в эти тренды. Второй тренд, который мы отмечаем, это большой интерес к всему, чему связано с блокчейном. В портфеле нашей компании есть определенные разработки, так или иначе относящиеся к данной технологии, но мы особое внимание своих клиентов обращаем на безопасность данных технологий и считаем, что мы можем здесь занять лидерские позиции в ближайшее время. Как раз я упомянул очень большой интерес всех и вся к блокчейну, но мало кто обращает внимание сейчас на безопасность, так, связанную с данными решениями, с этой сферой. Вот мы особое внимание наших заказчиков, которые стремятся работать с нами в данной области, обращаем как раз на аспекты безопасности данной технологии.